Отлов безнадзорных животных 3,5 миллиона. Куда животных? Что, стерилизовать? По безнадзорных животных. Тоже будет объявлена процедура закупки. Мы пока не знаем, кто это будет. Кто выиграет тендер на это, тот и будет. Но ориентировочные цены такие. То есть отлов одного животного, последующие его там, как полагается по закону, передержка, и потом последующая либо стерилизация, либо уничтожение, будет стоить примерно 1700 рублей. На выделенную сумму можно будет собрать примерно 2060 голов по всему городу. Эта сумма рассчитанная вот буквально с июня и по декабрь. Беспрерывный отлов. Кто именно это будет, мы пока не знаем. Пока не будет проведена процедура закупки.